Check this. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Кирилл. Сегодня я покажу, как под полевым мощным трамваем. Используйте L, потом K. Управление светом в салоне. Управление пантографом — это один. Кнопка 2 означает управление механизмом. Типа, мыть пути надо. Сегодня вас научу. Ставим на красном свете, чтобы не нарушать правила на дорожном движении. Включаю кнопку 2, чтобы вы управлять механизмом. И соблюдать надо ПДД. Вот он мой. По сигнальному. И надо ехать чуть быстрее. На 60 километров. Или на 57 километров в час. Соблюдай ПДД и следить за индикатором воды. И смотрите статистику куполита, например. Я поехал на красный цвет, ну ничего страшного. Изи. Так, установим. Давай, полевой мощный наш. Ставим, ждем. Вот. На красный свет проехал. Нет, соблюдай ПДД. 5 минут тут на Nissan едет. Сегодня едем в скоростном режиме и всегда стоять на красном. Ой, зачем поехал на красном? Вот я нарушитель. Дверь. О, опять на LM68M. Водитель едет. Надо стоять. И все. И ехать. И все. Скоростной режим можно использовать на 57 километров. Не, а не 60. Это просто трамвай может сойти с рельс, как случилось с трамваем Электрон. Ставим, жнём и едем на зеленый свет. А желтый означает желтый цвет, но в светофорах означает подожди. Где? Нажимаю кнопку 2, чтобы мыть рельсы от грязи. Включаем механизм наш. И стоим, ждем.
Пять этот. Стать себе. Первый Мерседес. Ждет. О, газелька. Так. Так. Подъехал. Вот так. ПДД я не нарушал. Просто. Да я зачем нашу тупой штраф 1000 рублей. Она украинские гривны. Будет 1000 гривен. И теперь перв снова. Мыть там вай. Зачем? Мыть пути, чтобы чисто было. Тут у нас там снегочиститель ходит. Идет. Модель неизвестна. Включай механизм. Стрим на красном. Стоим. И вот. Включаем механизм. И едем. Можем мыть как больше пути. Расходуйте все попросту. Фух. Наконец-то. Снова ставим на красном и ждем. Так. И пропускаем инкассаторов. И включаем механизм наш. И там придем. И на зеленый ехать. Можно ехать. Извините, а ты поскушаю. Так, лезу. Чем ждем? Что? Мы качаем наш механизм. На зеленый свет включаем механизм наш. Потоков не затронуть, то штабы. Так. Будет стоять, видите, как полевой мощный товарищик наш. Остановим. Так. Ну так, едем. Всё. Так. Едем. Ау. Блин. Я не знал, что нельзя... Нельзя управлять пантографом и установить.
Если вода закончится, не использует механизм, то можно. Включаем механизм. И на зеленом, пожалуйста, едем. Всегда это у таксиста играет мелодия. Не обращайте внимания, не что там едут автобусы и такси. И игроки. Вот едем. Едем. И блин, наконец мы включаем. Стоим и ждем. Едем. Итак, едем. Вот здесь это мы стал в игре. Прям. Чековые жизни делал. Полевомощную использую на всякий случай. Если пути будут грязные. Меня трамвай заинтересовали с детства. Меня трамваи заинтересовали с детства. Повторюсь, я создал свой личный трамвай и маршрут. Вот на машину номер 4 ходит на Троещине. От Троещины 2 до улицы Милославская. И 4К ходит. От генерала Ватутина до улицы Милославская. 5. Машина номер 5 ходит до Сержа Лифрая. До Троещины 2. А 5К ходит от генерала Ватутина до Сержа Лифрая. Я с ним тот самого водителя. Да, трамвай. Это трамвай едут. Он просто ехал потихоньку. Снова на красный стоим. И ждем. Вот. И едем. Ну, трамвай ходит из Белоруссии. ПКМ-843. Это белорусы делают. Ну, спасибо им за такие трамваи. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был, как всегда, Кирилл. И всем пока-пока.